Я тут. Мы ушли от Унрату. Мы в пещере неподалеку. Где? У входа есть знак. Цапли и затмение. Иду к вам. Может, они нам помогут? Он у тебя? Мы попались. Унурату схватили, и у нас забрали ларец. Мы в курсе. Посмотри на план. Ее держат в тюрьме рядом со старым храмом. Хакан устроил налет, и он тоже пойман. Мы возьмем мост, ведущий к тюрьме. Это агрессивно. А если мне подняться, освободить ее и подать сигнал к атаке? Вариант. Эцли на разведке в верхнем квартале. Он тебя проведет. Я с ним поговорю. Как выведешь ее, мы тебя прикроем. Годится. Оружие и защита. Спасибо. Лара. Я ее спасу. Верю. Будь осторожна, Ахау. Мы подавили мятеж, но мятежники еще остались. Ты в опасности. Я уверена, что справлюсь с любым мятежником. Ха, неплохо. Им не устоять против нас. Но они сражались как демоны. Они сражаются за выживание. Только павших солдат, мятежников больше, чем сектантов. Хачевану чекин топиконов. Ченхумпел бателилуч хель бешунахе. Вейшан интугул. Минану нуколов, малов. Етель мишуц канцанилови. Цокили ухец, тантике. Вейли кун учуло. Хачвахел ум винтон уцил уа минан кукулкантик вигналоне? И месах. Инка. Ма, уцкан уанталил. Унаха пуштал. Мабедьо, менте шпуц, цахештен хумпет сом дьетел папеш. Кимилтан инбатер, ча экстен обцили, хельше, тулакал лаксилон. Ну, как маш, летим, тут клар. Я спит, ты легко,
Ял бежо. Уйди где-то лунати куя кунаху нурату. Башкота. Лара, ты как настоящий змеиный страж. Я узнал кодовую фразу, чтобы попасть в тюрьму, где держат маму. Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. Поняла. Мы ее вызвали. Есть еще кое-что. Хакана схватили. Для восстания нам нужны все воины. И он папа моей подруги Каяры. Все понятно. Если его убьют... Лишь достойные сведущие могут попасть в священные земли. Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. Проходи. Долго вы еще собираетесь изображать восставший народ? Пока не победим. И ты не будешь нам угрожать. И ты говоришь это мне в лицо? Я никогда не лгу. И когда-то мы с тобой были заодно. Я слишком долго смотрел на это сквозь пальцы. Амару, вспомни, кто ты такой. Я один из вас. Да. Ты поэтому меня арестовал? Если б мой брат был жив, мир его праху. Да, он назвал бы весь наш спор тратой времени. Идем домой. А я дома? Это мой дом! Унурату, только представь, как расцветет Пайтити, если солнце взойдет над миром, где нет внешних опасностей. Разве ты не опасен? Преобразить мир! Мы все творим судьбу. Мы сила, все вместе. Все, что я делал, было ради Пайтити. Все! Он был раздроблен, я объединил его! Только я понимаю, что нам угрожает. Ты то есть, то тебя нет. Как будто жить здесь не обязательно. Да. Я жил во внешнем мире и знаю теперь, чего нам ожидать. И с каждым днем это все ближе. Пайтити не переживет этого вторжения. Все, что для нас важно, они отберут или разрушат. Ну так нужно бороться вместе, как того хочет наш народ. Воскресив солнце? Пойми, это спасет Пайтити всего лишь на мгновение. Но потом... Это не защитит нас от обнаружения, от вторжения. Нам просто придет конец. Нет! Нет, нам нужно быть храбрыми, решительными. Помоги мне. Мне нужен твой ум, твоя стойкость в моем мире. В мире под пятой ордена Кукулькана.
Или точнее Тринити. Если тебе нужна власть, забирай. Только помоги мне защитить Пайтити сейчас, и тогда... Да пожалуйста, правь им, как тебе будет угодно. Я отдам тебе трон. Я сделаю это. Нет. Я найду ларец и воскрешу солнце. Оно будет тебе судьей. Почему ты такого мнения обо мне? Взять ее. Назад в камеру. Ты можешь меня отослать, но я не предам наш народ. Нет, ты просто подведешь их. Ларец пропал. Миссионер Андрес Лопес. Украл его 400 лет назад. Что? Ты положила жизнь на поиски не в том месте. Уходи. Иона, я знаю, где она. Я пойду за ней. Хорошо, мы идем. Ты чувствовала дрожь? Да, тогда в Синоте. Это все предвестники. Скоро начнется землетрясение. Нужно спешить. Да, мы спасем Унурату и вместе отыщем ларец. Извини, сюда нельзя. Тим буя, хваваш те танкаво. Хец ваш, рокато пультик. Тим уалектеч, чамбакш тим буя, тупсик.
Кабетин Ликсикин Бау, Альвакин Тан, Улар Батель и Тухахи. Тим Викас Махимба Мантац. Макачи. Перебралась через реку. Я уже рядом с тюрьмой. Тут везде охранники. Мы движемся к реке. Свяжусь, как будем на месте. Хорошо. Ларец не в Пайтите. Я знаю. Я должна примкнуть к Амару. Все труды после смерти Сайри, все тщетно. Этому не бывать. Вставай, пошли. Время вышло. Кто-то должен найти Ларец. Если не воскресить солнце и не преобразить мир, всем нам конец. Но я нашла еще одну подсказку. Может быть. Твои татуировки, затмение и цапля, точно такие же символы были выгравированы на алтаре. Что? Что они означают? Это знак моей судьбы. Алый огонь Чакчель. А вот мое прошлое. Это символ Синчичику, последнего императора Пайтити. Гробница в верхнем квартале. Отведи меня к ней. Они там все обшарили. Если бы там что-то было, они бы давно это нашли. Но у Амару нет этой зацепки, он не знает, что искать. Там полным-полно охраны. Придумаем, как обойти. Это опасно? Конечно. Не будем терять время. Как там Эцли? В порядке. Он помог мне найти вас. Сейчас он должен быть Сучу. Иона, я с Унурату. Хорошо. Эцли хочет что-то сказать. Мама, мы высылаем подкрепление. Мне помочь Учу или захватить территорию, когда враг отвлечется? Пока меня нет, ты за главного, Эцли. Доверься своему чутью. Лейчкалан коэле лопуцих, хачпила вычо. Лучик! Лейша, хаунурату! Лучик! Хаунурата, лекучино! Эх, нахуй, мол!
Как ты кучил? Баш лехело. Ты лапах. Это последний, что ли? Пока что. Нам нужно скорее в верхний квартал. Веди. Вроде бы все. Пошли. Возьми ключ. Пошли, я кое-что покажу. Скоро затмение. Когда солнце скроется, нужно открыть ларец. Он таит в себе великое искушение. Он будет манить меня, завлекать фантазией, предлагать легкое решение всех проблем. Но все же это будут только мои сокровеннейшие желания. Я всю жизнь училась противостоять искушению. Амару еще даже не видел ларца, но его разум уже в плену у этой силы. Пайтити — это прежде всего люди, и только вместе мы сможем его спасти. То есть перемены, к которым стремится Амару для Пайтити, будут равносильны уничтожению? Да. Извне исходит много угроз, но риск — часть жизни. Мы идем на него, чтобы остаться верны сами себе. Откуда ты знаешь, что сможешь устоять перед искушением? Я не знаю. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня и не даст нарушить обет. Нам пора. Что такое алый огонь? Это моя судьба. Он связан с жертвоприношением Кукулькана. Когда от алого огня пойдет дым, ищи зеркало. Это великая регулирующая сила. Все, что я знаю. А кто-нибудь из этих существ забирался сюда? Существ? Они опасны. У Тринити были с ними стычки в пещерах вокруг Пайтити. И у алтаря, где не оказалось ларца, они пришли за мной. Ты про Яшиль? Яшиль. Они высокие, быстрые, голодные, даже отчаянные. Я бы не называла их существами. Они нечто большее. Тут должен подойти мой ключ. Что случилось с Яши? Есть много преданий. Это было давно. Но они неустанно защищают Пайтити. Защищают? Не знаю, этого ли они хотят на самом деле. Но выходит так. Они не нападают на город? Нет. Мы всегда жили в согласии. Похоже, Амару планирует публичное жертвоприношение. Мятежника? Надо его остановить. Нет. Мы не готовы и не можем рисковать ларцом. Воин, которого хотят казнить, предпочел бы смерть. Держись рядом и делай как. Они могут на нас наброситься. Сюда. Джунки Мэш.
духе лич, ой, ты лич. Которые ставят под угрозу нашей жизни, нашу тайну. Их предводителя, предательницу Унурату, вашу падшую царицу, я взял в плен. Но еще не поздно ее спасти. Сегодня мы делаем подношение Кукулькам. Пошли, посмотрим, что он делает. Моляю его о защите. Час, когда близится затмение, своей жертвой этот мятежник искупит былые грехи. Да узрят его товарищи свет и примкнут к нам. Амару сказал, что не хочет насилия. Для него оно просто инструмент. Замкнуться на рассвете, когда сгинет слабость. Гробница наверху. На той статуе я посторожу ворот. Я скоро буду. Иона. Мы приближаемся к гробнице Императора. Мы возле реки. Дай сигнал, и мы вас вытащим. Скажи, как будешь готова. Ладно. Поищем вход. Здесь можно пробраться. Гробница Императора. Я почти нашла, что нам нужно. Мы будем ждать. Гробница последнего императора. Секта могла возникнуть после его смерти. Так, цапля и затмение.
что я упустила. Стоп, это Лопес оставил. Сердце змея лежит в чаше. Сюда! Это командир Рурк. Есть зацепка по ларцу. Выслать отряд за Крофт. Он Урату. Нет. Отдай его, Эцли. Он мой наследник. Он возглавит Пайтити. Он юн, но силен. Его дух благороден, как и кровь. Давай, продолжай говорить со мной. Ларец будет тебя искушать. Держись. Мы все вершим свою судьбу. Глал Пайтити! Кмесахил хунтулах пателе! Маваскес кунахи! Но он есть! Кмесес! Иона, где ты? Я на пристани. Вижу тебя. Эй, почти все готово. Уже иду. Где он Рату? На нас напали. Она погибла в бою. О, нет. Да. А где мама? Твоя мать, она храбро сражалась. Но это амулет предводителя. И теперь он твой. Она была воином. Близится затмение. Если не возродить солнце... Я найду ларец. Я ни за что не отдам его секте Кукулькана. Начинайте приготовление к похоронам. Он Урату будет жить в каждом из нас. Учу, помоги им с лодкой. Надо готовиться к бою. Восстание должно победить. Мы вернемся с ларцом. Береги себя. Вернешься, мы будем готовы.
Что дальше? Вернемся в Кулак-Яку, подготовимся, а дальше решим.